Друзья, всем привет! И да, я решил перенести рубрику «Вскрывание различных посылок» на влоговый канал. Думаю, что здесь это будет уместнее, потому что посылок приходит много, достаточно много, и распаковывать каждый раз на канале их неинтересно уже становится. Ну и плюс будет стимул подписаться тем, кто любит распаковки, на этот второй канал. Сегодня у нас такая небольшая по размерам, но вроде как интересная по содержимому посылка от подписчика, которая мне пришла 2 дня назад, она на почте лежала, мне не могли отдать, блин, но... Начинаем. Надеюсь, что там со всеми все хорошо. Так. Так. Написано от Артема для конкурса. Интересно, по крайней мере, да, посылка пришла от Артема Царькова. Конкурс он мне точно ничего не говорил, ну, посмотрим, что он имел в виду. Так, тут бумажный скотч. Так. Что ж ты не скрываешься, да? Что ж ты... А, скрылась. Я, как видите, ножницы наконец-таки прикупил. Наконец. Ну, смотрим, что. Туалетная бумага. Классика. Так, это нам ни разу не надо. Давайте начнем. Мне что-то хочется начать со средней. Смотрим, что там. И здесь у нас две матки. Тетраморium каспитум. Тут несколько мертвых рабочих, но здесь есть и живые. Вот такая вот двухматочная колония, ладно. Там говорил что-то про четырехматочную, насколько я помню. Здесь у нас какой-то... Это похоже то ли на Никобаренсиса, то ли на... Это очень похоже на Никобаренсиса. Оно более темное, поэтому не знаю, честно говоря. Надо будет сейчас пересаживать. Два рабочих живы, так что уже хорошо. Ну и матка, конечно же. Что, безусловно, меня радует. Ну и последнее. Хм. Очень интересно. Какие-то прям очень светлые муравьи. Прям почти что желтые. Ну, похоже на каких-то тетрамориумов. А, или мирмик. Наверное, мирмика. Да, похоже, вроде как мирмика. Или нет. Почти никогда не держал мирмику в руках, на самом деле, всего один раз. Но это похоже вроде как на мирмику. Вот маточка здесь вылезает. Одна из. Вот, ее плохо видно, правда, здесь. Вот она. Сидите. Ну, это тоже интересно, на самом деле. Будем разбираться. Вот. Такая посылка у нас сегодня приехала. Вроде как все плюс-минус нормально. Тут трупы, конечно, есть, но их не так много, и я вижу живых маток, поэтому круто. Здесь у нас какие-то непонятные кампы. Я так думаю, либо ХБРЭ и Компонотус, либо Никобаренсис. Это мои варианты. И тетры. Вот такая посылочка пришла к нам сегодня от подписчика. Причем вообще абсолютно бесплатно. Он написал, что это для конкурса. Но мы посмотрим сейчас, что это вообще за муравьи, определим точно, и, может быть, даже их разыграем действительно. Артем, большое спасибо за эту посылку. Ну, а на сегодня все. С вами был Димон и Пумба. Скоро на влоговом канале тоже много видео будет интересных, поэтому следите, ждите. Ну, и с вами, как всегда, был Димон и Пумба, поэтому всем пока. Да пребудет с вами матка, кстати, да.